Так, ставим шерсть, золото, перо, ма, смотри. Чё там? Вау! Да ладно, это что, ботинки с крыльями? Ма, это ботинки с крыльями, офигеть, я сейчас даже броню сниму, а то она мне мешается. Ну-ка, давай. Ну-ка, дену. А что там? Ну, ты полетишь? Майя, ну сейчас мы будем смотреть разные... Ух ты, крылья-то пропали, что ты их заправил, что ли, как стельки или что? Майя, как стельки. Сейчас будем разбираться. Короче, дорогие друзья, как вы... Всем привет! Как вы, всем привет, как вы? Да, как бы вы все поняли по названию видео, называется 7 крафтов, которые сломают вам мозг. И у нас, смотрите, офигеть, сколько крафтов. Мам, посмотрите. Да, уже мне мозги поломали этими сапожками без крыльев. Да, смотрите, тут арбалеты, мечи вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Тут, короче, смотрите. Короче, дорогие друзья, прямо сейчас тыкаем свой царский лайк, прямо сейчас набираем много-много-много-много лайков, подписываемся на канал. Да, тыкаем на колокольчик тоже, потому что это важно. Нам важно, чтобы вы получали оповещения о наших сериях. Да, и вопросик дня. Очень много подписчиков новых, и многие старые не отвечают на вопросы. Как вас зовут? Давайте с вами познакомимся. Меня зовут Евген, Но. Это Ма. А вас как зовут? Хай, с вами Ма, Гай. Ма Гёрл, интерфейс. Ма Гёрл, Евген Бо и Ма Гёрл. С вами все. В общем, пишите свое имя, а мы сейчас будем крафтить. Итак, самое, что мне интересно, меня всегда интересовал вопрос. Вот, смотри, есть там критический хит сворд. То есть надо обычный меч взять, обложить двумя алмазиками, и ты получаешь критикал сворд. Это получается меч, который наносит критический удар. Ма, давай. Подожди, это меч, который прям вот максимально отнимает жизнь. Это тот, который крутой, который мы делали когда-то там. Не-не-не-не, Ма, это вообще другой. Нет, это не то. Дева, это другое вообще. Так, сейчас я... Так, мне надо железные слитки. Так, все, крафтить пошли. Ма, где верстак? А вот верстак. Да погоди, что ты там ты делаешь? Меч надо скрафтить? Ма, ты крафти что-нибудь другое. Давай ты, например, сделаешь, чтобы подписчикам пока... Ма, так. Выбери там что-нибудь, меч, там, ботинки, еще что хочешь, что и выбирай. Я хочу... Это мапа жизни. Знаете, когда девчонку спрашиваешь, что хочешь, я такая... Это сложный вопрос, ребят. Что? Я хочу динамитные боты. Мо! Подожди, а где? Давайте, друзья, посмотрим. Смотрите, динамит... Вот они, смотрите, нужно 4 динамита и порох. Прикиньте, бомбанет! Я хочу бомбить. Там даже, так. Смотри, фитильки в виде язычков. Короче, друзья, давайте сейчас заценим, сейчас, что такое динамитный 2, 3, блок. 4. Ой, динамитные эти... Так, а порох? У нас есть порох? Ма, есть порох в пороховицах. Где порох в пороховицах? Ма, там. Так, сейчас мы, короче, будем крафтить меч. Смотрите, друзья, мы кладем сюда меч, кладем сюда алмаз. Порох. Вау! Ма, ну-ка сейчас проверим на тебе. Ну-ка, ма, подойди сюда. Ма. Погоди, да что ты нам не хочешь... Ты ну, что, серьезно? Сколько у тебя сердечек, Ма, сколько сердечек? Вы полные. Ого! О, что? Офигеть! Да это... Смотри, написано, что я была убита магией. Ма... Ты что, ведьма окаянная? Смотрите, друзья, вот это крит был! Там аж как будто такая искорка была. Подожди, я видела, типа, как молния меня шарахнула. Да? Да, меня как будто молния шарахнула. Ты не видишь, что ли? Нет, Ма. Чё я ты... не могу найти пепел этот... Пыль вот эта. О, вот, Ма, на тебе, на, я тебе скину, на. Ой. Ты нашел пыль? Майя собрал с тебя. А в какую засовывать-то? Вот в эту или вот в эту? Вот в эту. Вот и да, вот в эту. Все, сейчас сделаем, ребят. Слушайте, мне вот... Ма, оденься, короче, в героические алмазные этой штуки. О, ну-ка сделай. Ма, ну-ка подожди, давай отойдем, а то вдруг бомбанет, Ма. Ладно, давай. Давай вот сюда. Давай, ну-ка. Ну и? А, я понял, кажется. Сейчас, друзья, помните, нужен, короче... Нужен костюм, что ли? Нет, нужен редстоун. Ну-ка, сейчас мы проверим. Сейчас, ну-ка. Подожди, смысл. Ну-ка, встань, Мас, на него, ну-ка. А, нет. Слушай, мне кажется, наверное, нужно полностью костюм собрать, как ты считаешь? А, наверное, да, короче, друзья. Наверное, надо полностью... К сожалению, динамитные ботинки... Да, они ничего не дают. Мам, просто мне... плюс один броню. У тебя есть алмазные доспехи? Одень, Ма. Я хочу... Нет. Про... На тогда шлем. Ма, одевай шлем. На, вот это мою одежду. На, одевайся. Так. Сейчас проверим критический ты удар. Ты хочешь проверить этот меч еще раз? Ну, мне понравилось. О, пацан. Эй, слышь, парень. Эй, парень. Давай ее. А кофта? Ма, кофта нет. Кофта так, нет? На, ну-ка. О, смотри. Ма, я получил, смотри. Крадущийся секрет.
Ой, крадущийся секрет. Крадущийся секрет, секрет. Прокрадитесь 100 метров. Майя вот так. Вор замочек открывает. Тихо, тихо. Ма! Ой-о! Динамит сработал! Вот он как работает-то, ребятушки! Офигеть! Видали, вот это мощь! Это мощь, я считаю. Вот это да. Ма, офигеть, вот это... Я скрафчу себе еще одни ботинки. Короче... Причем у меня отнялось всего одно сердечко. Ты выжила, что ли? Да, мне ноги даже не оторвало. Офигеть, ма! Вот это имбовые ботинки, друзья! Вот это классно. Что это значит? Имбовые, это значит, типа, крутые, ма. Ма. Вот, пополняем словарный запас. Пойду сделаю еще раз, такие, чтобы Женечка меня... Больше не сломал. Ма! А мне тоже... Прикиньте, друзья, на вас вот напал, и он взорвется. Слушай, мне тоже... А есть порох мой еще? Офигеть. А, так подожди, так они не потрачены. Они на мне до сих пор. На, держи, я сделала. Да? Ну-ка, сейчас иду. Смотри, они на мне. Ну-ка, ма, ну-ка. Я офигеть. Думала, они типа тратятся, я еще одни сделала, а нет. Пойдем, короче, мопа в Загреб. А тут нет. Не, пока нет. Ма, пошли сейчас закрафтим, а потом отправимся в Эндермир и просто сразимся. Давай сейчас крутые накрафтим. Так, что у нас есть еще? Давайте подумаем. Из оружия есть еще, короче, что-то такое. Мечи крутые надо. Есть молния, меч. Он крафт, ну мы его, по-моему, крафтим. Давай проверим. Редстоун, звезда и палка нужны. Что за Lightning Sword? Не знаю, а вот скрафти, давай посмотрим. Светящийся. Так, звезда. Так, что там надо? Погодите, я запуталась, это сложно. Ма, я звезда! Новая звезда! А подожди, прикинь, там даже меч не нужен. То есть там нужна какая-то фигня торчащая, звезда и редстоун. Сейчас мы организуем все это. Ма, у нас есть. Ма, организовываем. Редстоун и звезда. Ой, я сделал, ма! Ты сделал его? Ой, не, я тебя бить не буду. У тебя динамит. Так у тебя тоже. Мало. Так подожди, ты, получается, его сделал? А молния? В какой надо делать? Вот в этой? Вот в этой, ма, вот в этой. Давай сейчас разных мечей наделаем, потому что нам... Ой, подожди, у нас есть еще, смотрите, какие-то машины. Надо, короче, незеритов... А, незер, железо, алмаз, звезда, око. Офигеть, так, ма. Я не поняла, я сделала меч. А, ты его забрал. И моя забрали. Так, сейчас... Я хочу скрафтить вот эту штуку, я не знаю. Ну-ка, давайте посмотрим характеристики. Он дает всего плюс один урон. Ма, ну может он жесткий. В смысле, подожди. Плюс один урон? Ма, ну вот так вот, ма. Сейчас я пойду на козочки проверю. Так, все, сейчас я, короче, буду делать непонятную штукенцию. Может она поможет. Крафт, вообще реально, крафты ломают мозг. Ух ты ж, ёбаный, извини. Ма, ты что там орешь? Ты знал, что случилось? Ты не знал, ты не видел, ты офигеешь, иди сюда быстро. Ну давай, ма, да к нам молния бьет. Смотри! Он превратился в свинозомби! А, ну да, если, короче, гасишь, то он превратился. А что, в смысле, ты не удивился? Ма, ты что, не знал, если свинью молнии, то получишь свинозомби. Да, блин, а я тебя хотела удивить! Ма, я получила ачивку машина для... Я же видел, я чуть не ругнулась. Станьте практически невосприимчивым к урону, используя черепашье зелье. Ма, я не использую черепашье зелье. Не надо использовать черепашек. Это как от черепашек от этого зелья. Так, все, я делаю крафт, я не знаю, друзья. Смотрите, надо, короче, сюда положить звезду. Потом сюда алмазные блоки. Ма, слишком дорого. А что, интересно, это будет? Подожди, а что ты делаешь вообще? Я сам не знаю. Я делаю... вижу, кстати, как ты раскладываешь. Тут, короче, надо вот сюда вот эту штучку и вот сюда вот так. Ух ты! Ух ты! Ма, ну-ка, что это такое? Это что за кокон такой? Вау! Вау! Ух ты, а чё это? Ма, даже звук. Это какой-то, не знаю, источник энергии, я не знаю. Какая-то засасывающая черная дыра. Ма, ну это мега круто. В Майнкрафте такое... Может, надо что-то нажать, чтобы оно заработало? Может, нет? Надо что-то еще. А, давай другие все штуки, ма, сделаем. Я хочу все штуки, ма, делай все штуки. Надо, смотри, там, он какой-то крашер. Он что-то блоки ломает. Так, надо две кирки сделать. Офигеть! Так, блок, брейк, так, крашер. Офигеть! Heavy gear. Ма, я хочу. Вот я его сейчас сделаю. А где железные блоки, ма? Железные блоки есть? У меня есть 6 штук, но они мне нужны. А, я сейчас крафчу, короче. Друзья, сейчас крафтим, короче, железные блоки. Так, погоди-ка, давай-ка посмотрим, что там надо. 1, 2, 3, 4 по краям, 4 железных...
Я, короче, делаю краш армат, ты что-нибудь другое делаешь. Да, я другое делаю, алмазик посередине. Офигеть, так, вот это круто. А железных блоков у нас нет, то есть нам надо крафтить? Ма, ну крафтить, это же Майнкрафт, ма. Майнкрафт, игра, где надо крафтить, короче. Так, друзья, я вообще не знаю, что это будет. Так, сейчас я буду строить. Так, смотрите, кирочку сюда, кирочку сюда. Так, потом, а значит, четыре. Сюда обсидианыч, обсидианыч. Потом вот сюда алмазик. Так. Ну, блин, занято. Ма занято. Ждите. Занято. Ма, подожди, я еще не закончил, Ма. Сейчас ждите своей очереди. Так, ну-ка. Так, ну-ка. О-о-о-о. А, подожди, это компонент для крафта. Я делаю сейчас компонент для крафта. Ой, не ставится. Смотри, я ставлю, а он выпадает. Ма, смотри, а почему? А может надо на камень поставить? Ну-ка. Блин, а почему? Что за блокплейсер? Ма, я не знаю. Может надо вот на эту штуку поставить? Ну-ка. Вот она. Ты сейчас крафтил. Ну-ка, Ма, давай. А зачем он нужен, Ма? А нужно, это, короче, деталька тоже для крафта, это вот в самом блок-плейсер, я не знаю, что он делает. Ма, ну делай тогда такой, все, делай. А я сейчас сатуратор, Ма, смотри, какой-то есть сатуратор. О, вау, я сейчас сатуратор сделаю. Мам! Ребят, столько задач в голове, не могу. Ну это же интересно, смотрите, друзья, вам интересно, я надеюсь, интересно, потому что смотрите, тут разные крафты, еще всякое. Мне очень нравится. Да, слушай, считайте, так, что мы столько держим всего в голове, и что столько нам надо скрафтить. Слушай, у тебя остались железные... Ма есть. Так, сейчас, подожди. Не надо. Ма, с тебя 100 рублей. У меня нету. Ма, значит, ты не получишь. На. А как я есть-то буду сегодня? Ма. Если ты 100 рублей мои последние заберешь. Ма, ты такой говоришь. Так, все, тут, короче, сделаем вот так. Ой, а я не так сделал. Вот так, что ли? А как? Подожди. Так. Ма, как сделать? Ма, сюда или... А, во, вот так. Все правильно я сделал. Ма, что ты меня сбиваешь? Я тебя сбиваю? Ты чё? О, сделал. Ма, ты что, махаться будешь? Так. Ну-ка. Вот а что они не ставят? Ма, смотри, они не ставятся. Они выпадают почему-то. Я не понимаю. Что ты пытаешься вставить во что? Ма, я тут пытаюсь. Так, о, все... готово. Вторая штука готова. Сейчас я сделаю. А, это на воду блок. Это на воду, что ли, ставить? Ну-ка, сейчас проверим. Ну-ка. Ну-ка, давай посмотрим, что ты там сделал. А нет, не ставится. На стекло, что ли? Это какая-то штука, покажи, я не знаю. Покажи что-то. Тут глаз. А, это на стекло надо ставить. Ма, сейчас покажу. Ма, сейчас расскажу. Стекло есть? Я ломала стекло. Нету. Я его сломала. Ма. Так, стекло, так, стекло. Так, мне нужен алмазный блок и обсидиан. Так, сейчас посмотрю в нашем хранилище. Друзья, я... Ма, где-то упал один небоскреб. Ой. Да, о, здесь есть немножко стеклышко. Мадлично, немножко стеклышко есть. Так, сейчас проверим, сейчас проверим. Вот эта штука, по идее, ставится на стекло. Так, ну-ка, вот так ставим. Нет, не... Ну, короче, все. Я сейчас... Видишь, Ма, про что я говорил? Видишь, он не ставится. Я не понимаю, в чем проблема. Вы что, офигели, что ли? Ма, так, мы так долго делали, а он не ставится. А, подожди, может, надо его где-то за пределами ставить? Ну-ка. Это за какими перделами? Ма, пердел. Ну смотри, вот эта штука там стоит. Может быть, надо ее ставить вот здесь. Ну-ка. Нет. Короче, Ма, все. Смотрите, бросил его, убежал. Ма, ну а что? Нет, все, и ушел. Ма, нет, и ушел. Так, сейчас. Не, непонятно, почему он не ставится. Может быть, есть подсказка. Давай-ка посмотрим. Ничего не написано. Ма, сейчас буду. Я сейчас лучше просто сделаю меч богов. Ма, мы отправимся, короче, бомбить дракона. Обсидиан попробовать поставить. Давай-ка попробуем. Ма, я думаю, нет. Так, я, короче, делаю просто меч богов. Гадство какое-то. Ма... О, погоди-ка, а где у нас обычный верстак? Ты думаешь, на обычный верстак надо, что ли? Нет. Так, я... Ой, что пойду делать, короче, мега-меч. Мега-меч. Меч! А я возьму вот этот вот Lightning Sport свой. Меч всех времен и народов. А чё? Это какой? Ма, он не подделался. Надо написать команду reload, потому что иногда лагает. Вот так. А у нас ничего не исчезнет? Ма, нет. Ладно. Так. Ма, не... Чё он не... А, я не тот меч положил, прикинь, я такой стою. Ну, ёлы-палы. А, нет, и этот не работает. А, ну все, значит. Все, тебе не дано. Ма, я хочу. Подождите, друзья, почему не работает? Ма, я хочу.
Мана не работает. А вот хочешь, переходь. А что ты делаешь вообще? Какой меч? Меч богов, мал. А, он, наверное, отключен или что? Короче, друзья, ну сломанные крафты, которые сломают мозг, в итоге они сломали мозг нам. Сейчас мы делаем... Я лучше алмазный арбалет сделаю. О, давай, я буду с мечом, а ты... Я то есть ближник, получается? Ма, тоже арбалет делай алмазный. А подожди, нам надо... А нам надо верстак. Смотри, нам надо сделать особый верстак. Надо деревяшки. О, сейчас сделаем. Так, все, вот такая штучка. Мы ставим, и здесь можно возводить. Все так вот возвожу, вот так вот возводил. Ма, я тебя надуриль. Так, вот так, так вот. Так, я забираю, короче, алмазы на базу. Ма, алмазы на базу. Что там надо? Алмазы, алмазы. Алмазы. А, и... Ой, я сделал. Ну-ка. Подожди, а у тебя есть еще один арбалет? Ма, вот тут же в сундуке стрелы лежит. Где, вот. Вот. Вот, а, тут стрелы, так я беру стрелы. Мы навыбивали из лаки блоков дофига арбалетов. Так. Вау! Этого пса. Какого мопса? Офигеть, мне урон нанеслось. Я в тебя попал, так мне надо срочно поесть. О! Теперь нам нужны стрелы и... Ма, стрелы тут. И можно отправляться, ма, за драконычем. Ну и всего 21 стрела, это вообще нормально? Ма, надо еды найти, пошли еду искать. Ма, ну 21... У меня есть жареная крольчатина, 2 штуки. Ма... Вот меня... еще печеная картошка, я половину. У меня есть тушеный кролик. Ма, я сейчас тушеного кролика съем. Капец, а нам Ма... еще надо построить. Кстати, портал. Очень вкусно. Мат будем строить сейчас. Так, ну, вот. Оп. Ой, я бы... Ты все взял? Я возьму с собой кроличью лапку. Мак... Так, все, сейчас будем строить. Подожди, а где у нас блоки? У нас где-то, по-моему, выпадали из лаки-блоков, когда мы выбивали в прошлом выживании. Да, да. Так, друзья, в прошлом выживании где-то, короче... Ма, ищи, ищи, есть? Сейчас, погоди. Ну, посмотри в тех сундуках, короче. Так, все, я здесь, короче, смотрю. Так, здесь нету. Вот око эндера одну нашла. Мада? Да, одно только. Я нашел 64 око эндера. Отлично. Вот, на. Вот, отлично, так. 65 в итоге у нас. Маш, так, подожди, а где эти порталы? Маша, вот же они, господи, где? Сделаю. Где, ма? Да, о, вот давай, ма, все, фигач, ма. Отлично. А я пока, короче, друзья, нам... О, смотрите! Тука. А есть еще питы в прошлой серии. Да вы... Ма, смотри, питов выбивали. Какие питы? Ма, питы. Питомцы, ма... в смысле? Ма, смотри. Вау! Прикольно. Это телепортатор? Да. Блин, он истратился. Всего 3 телепортатора. Ма, паука, значит, не трать. А я не взяла паука. А что паук дает? Лазить по стенам. Он нам пригодится, ма, чтобы залезть и кристаллы разбить. А где... А вот, вижу, паук. О, я сейчас знаю, как я сделаю. У нас же где-то фейерверки были. Я сейчас возьму элитры. Короче, ма, я тебе покажу скиллуху. Хочешь, покажу скиллуху? Какую скиллуху? Я не умею на элит летать. Ма, ну ты не умеешь, а я умею. И, короче, ты посмотришь, что я буду делать. Я, короче, взлечу вверх, ма. Так. На фейерверках раздуплю все, короче, ма. И все. Все, хорошо, план капкан. Давай, короче, ставь глаза и погнали. Ма, давай ты и ставь. Давай я тебе пока глаза скину, а сам я буду У нас, короче, в доме паук. О, паук позволяет нам очень прыгать и лазить по стенам и не тратить. О, фу-фу-фу, ма, что это достижение такое? Загасите паука. Ты что, паук? Пауков не в доме не гасит, они вообще-то... Что ты мне скидываешь? Ма, расставляй, короче, расставляй. Я сейчас фейерверки, ма, возьму и можно отправляться. Так, фейерверки были у нас вот здесь. Так, я иду за фейерверками. Ма, у нас сейчас будет махать. Так, все, я готова расставлять. Так, все, отлично, друзья. Ну, где тут мои фейерверки? Ма, я нашел! Ого, там звук был. Портал вскрылся. Ма, все, пошли, короче. У меня есть критический меч. Я уже там, ну, в смысле, я там. Я почему-то в скрытом каком-то помещении. Ма, я бегу, и ма, я бегу. Что за фигня? Ты тут же очудишься, интересно? Да, конечно, ма, тут. Оп. Ма, дратите. Так, все, копаем. Ма, ну потому что мы на новой версии Майнкрафта, а все появляются, ма, в закрытой комнате, чтобы дракон сразу не атаковал. О, прикольно, я этого не знал. А я и не знал, что дракон такой может быть жестоким, а сердце таким одиноким. Я не знаю, Ма, что ты грустим? Так, все, идем, ма. А что не прокапывается? Ма, не знаю. Ну-ка, отойди, ма, отойди. У тебя кирка есть вообще? Ты вообще лежишь на полу.
Что за баги? Мало так, 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 копаю, копаю. О. А что так глубоко люди, если закапывать? Это мама лезает. Жень, ну я как ты пролез-то? Паук, ага. Я ж паук. Ослик, суслик, паук. Паук. Минус эндермен. Я буду сокрушать эндерменов. Сейчас я, так, паук, блин, паук. О, кайфы. А меч-то быстро тратится, оказывается. Какой маг? Ой-ой-ой, они на меня напали! Так, я получил достижение настоящий конец. Ама. Что, есть не настоящий конец? Ма, я попал, нифига я. Ма, скилл, смотрите, друзья. Че, залез, запрыгнул, залетел? Ма, я просто летаю и гашу. Так, сейчас я прорисовочку сделаю побольше, а то мне ни черта так, не видно. Так, я опять очутилась в этом дне. Сейчас я соберу свои шматички, что рассыпались. Я не могу поднять ногу. Я тут гашу, Ма, ты где? Так я выбираюсь из дырки, из комнаты этой подземельной. Офигеть, Ма, нифига я гашу. Смотрите, друзья, вот это скилл. Ма, я влетаю. Я как обычно пропускаю все веселье. Ма, ты как обычно. Блин, ну я просто тут выбраться не могу, у меня ничего нету. Стряла. Ну, Ма, тёпайся. Я сейчас раскопаюсь, мне надо шматейки собрать, погоди. Давай, разрушай пока эндердракона, я вижу, что ты вообще его еще ни разу не тронул. Ай, Ма! Оказывается, подходить нельзя. Ма! Обалдеть, вот это да. Ма, это фиаско, возвращаемся обратно. Так, все, берем свои манаточки, Ма, я все подобрали. Оп. Давай. Ты где, ты уже подобрал, успел, ты уже в эндермире? Ма, я около тебя прям, здравствуйте. О. Ма, что здесь лаки-блок стоит? Я не знаю, я боюсь эндерменов, они... Ма, просто не смотри им в глаза, Ма, просто в глаза не смотри. А, типа можно просто идти, уставившись в пол? Ну да. Ма, ты что, не знала? Ну ёлки-палки, ребят, стой... В смысле, они на меня напали. Ой, Ма, да. Ого. Ладно, пока мы, значит, не готовы. Нам надо... А, нет, это не на меня. Ма, меня загасили. Короче, дорогие друзья, Ма, тёпайся обратно. Короче, мы не готовы, ребят, понимаете? Значит, мы подготовимся для битвы с драконом, скрафтим более крутые вещи и просто его зафигачим, короче. Я тут. Ма, ты тут. Все, друзья, ставьте лайк, в следующей серии мы попробуем. Да. А то прикиньте, если бы сейчас мы победили, серия бы закончилась. Мы попробовали, у нас сейчас не получилось, но в следующей серии у нас получится. Да, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Всем поки-поки.